Толпа покупателей и очередь за цветами. Больше всего пользуются спросом тюльпаны и розы. Цена последних варьируется от 20 до 30 гривен. За такие деньги можно купить также и ирисы. Карликовые розы и хризантемы стоят от 50 гривен за штуку. Самые дорогие розы от 70 гривен. Несмотря на подорожание, цветы остаются главным подарком в женский день. Что будете дарить на 8 марта? Цветы, конфеты. Цветы. Какие? Любые. Конечно же, цветами. Подарю букетик цветов.